Все. Приди я за 5 минут, и мгновение пронеслось бы мимо, как облако, и ей бы никогда потом не пришло в голову. А теперь опять я один. Нет никого, вот беда. А я все хочу уяснить это, и все не соберу мыслей в точку. Я просто вспомню. Она просто приходила ко мне тогда закладывать вещи, чтобы платить публикацию в газете о том, что на любую работу согласна. Отец и мать померли, а осталась она у беспорядочных теток. Thank you.
хочется все это усвоить. Ой, из какой грязи я тогда ее вытащил. А ведь сам был выброшен всеми. Выброшен и забыл. И всю жизнь мою проговорил молча. И прожил сам с собою целые трагедии молча. И никто-то этого не знает. Я все молчал. И особенно с ней молчал. До самого вчерашнего дня. Почему молчал? А как гордый человек. Тираническая несправедливость против меня. Меня всегда и везде не любили. Случай в полку был против следствия и не любили. Выгнан из полка. Приносил случайно. Выгнан. Да, они присудили как труса. Да, трус. Но я отказался от дуэли. Выгнан. Не как труса, а потому что не захотел подчиниться их тираническому приговору и вызывать на дуэль, когда не находил сам обиды. Восстать действия против такой тирании и иметь все последствия. Я упал и начал высказать гораздо более мужественно, чем какой хотите дуэль. Маленькое состояние. Я вышел в город, в нем разрушечную часть. И я остался гражданом на улице. Я бы сейчас службу бы не взял. Вот, блестящего мундира. Позор так позор. Падение так падение. И чем хуже ничего. Под мостом начало. И даже дом вязнет. Теперь я не лицо. Я финансист. Thank you.
Совсем светло. Она стояла у стола и держала в руках револьвер. И вдруг я вижу, что она стала надвигаться ко мне с револьвером в руках. Я быстро закрыл глаза и притворился крепко спящим. Что спасусь. Отвечу вам, как перед Богом. Не имел никакой надежды. Для чего же принимал смерть? А я спрошу, на что мне была жизнь после револьвера, поднятого на меня обожаемым мною существом?
Наконец она встала совсем. Мы совершенно молчали. То есть мы начали даже потом говорить, но все обычно. Я заметил, что и она как бы рада была не сказать лишнего слова. Вся зима в каком-то ожидании чего-то. Я любил глядеть на нее украдкой. Но ни одного-то ее взгляда за всю зиму я не поймал на себе. Я думал, что в ней это робость. «Выжди», — твердил я себе, — «и она вдруг сама подойдет к тебе». Эта мысль восхищала меня неотразимо. Роковая, страшная пелена висела передо мною и слепила мой ум.
Thank you.
весна, море, там солнце, там новое наше солнце. Я только это и говорил. Слепая, слепая, мертвая не слышит. Всего только на 2 часа ушел. Опоздал. Боже, только бы 5 минут. 5 минут раньше воротиться. Чего она умерла? Зачем мрачная косность разбила то, что всего дороже? Люди на земле одни, а кругом них молчание. Вот беда. Люди, любите друг друга. Кто это сказал? Это завет. Thank you.
Театр танца Альтана. Знаете, я просто передам микрофон режиссеру, а дальше... Мы хотим сказать вам большое спасибо. Во-первых, за то, что вы пришли, во-вторых, за то, какая здесь была атмосфера. Большое вам спасибо. Я думаю, мы все это прочувствовали, что сегодня здесь вот не зря все случилось. Вот. И если у вас будет желание поддержать наш проект, есть специальный белый чемоданчик у ребят. Вот здесь он, да. И вы можете нас поддержать. Но мы вам очень-очень благодарны. Спасибо вам.